Жители Самарской области смогут сами поучаствовать в создании экскурсионных маршрутов. Их поддержит Общественная палата Самарской области. Чтобы получить официальный статус, экскурсии должны будут пройти проверку. Их содержание оценит экспертное сообщество. Такая практика будет действовать и в преддверии чемпионата мира по футболу, и после него. Об этом сегодня рассказали на расширенном заседании региональной общественной палаты, которая проходила в музее Алабино в честь Международного дня памятников и исторических мест. Группа граждан активных, она может выходить в соцсети и приглашать гостей города или, например, наших ученическое сообщество или родительское сообщество к проведению каких-то экскурсий. На сегодняшнем примере мы видим, что обычные люди, которые не являются даже членами общественной палаты, они уже сегодня провели на территории региона, например, для инвалидов, они провели более 100 экскурсий. Со знаковыми местами Самарской области зрители регулярно знакомятся в проектах нашего телеканала. Красота природы и городов региона в разное время года, исторические памятники с лучших ракурсов – все это в проекте «Губерния на высоте». Его можно увидеть не только в эфире, но и на сайте губерниятв.ру.